Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать в программу «Взрослые песни», песни для взрослых. И вначале хотелось бы мне поздравить вас с праздником, с Хэллоуином. С Хэллоуином вас, дорогие друзья. Вот так вот. Всего самого вам хорошего. Ну и первый мой вопрос, который я хочу задать вам. Естественно, это вроде как бы викторина. Назовите мне, пожалуйста, страну. Страну, где зародился этот праздник, страну, и с чем он связан. Ну, естественно, с чем он связан, это и так понятно. Потому как сегодня в клубах, во всех клубах города и нашей республики, вероятно, начнется какое-то действо. Вампиры, вурдалаки и всякая прочая нечистая сила будут развлекаться сегодня эту ночь. Да, обратите внимание, сегодня у нас конечно же, неизменный атрибут этого праздника – это тыква. Тыква, которая вот разрезана таким страшным образом, внутри которой стоит свечка, вероятно, таким образом раньше пугали людей. Не знаю, как от этого можно напугаться, но, по крайней мере, это очень интересно. Кстати, эти тыквы предоставлены нам различными агентствами, рекламными агентствами. Я также хочу, чтобы вы, дорогие друзья, в ходе нашей программы выбрали самую лучшую тыкву, и мы посмотрим, какое же рекламное агентство у нас выиграла. Ну, а сегодня у нас в гостях очень интересная группа, очень интересные люди. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, группа Big One. Big One, группа Big One, приехавшая к нам из Республики Узбекистан. Вот такая вот братская наша республика. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте вначале с вами, значит, познакомимся. Представьтесь, пожалуйста, представьте ваших друзей. Меня зовут Саша. Так. Я Дима. Вот так. Я Дима. Ты Дима. Тимур. Стас. Тимур и Стас. Ну что ж, дорогие друзья, я хотел бы спросить, каким образом вы сюда и как давно вы попали в Казахстан? Ну, мы переезжаемся, в общем-то, периодически. Угу. В общем, мы здесь совсем рядом живем. Угу. Нам очень нравится в Алма-Ате, и мы довольно часто бываем. В данном случае вот на праздник мы здесь. Понятно, понятно. Дело в том, что я хотел бы сказать, что у нас сегодня есть сюрприз. Ребята будут сегодня выступать живьем. Ну что ж, давайте так и сделаем. Пока мы сейчас будем смотреть клип, вы пойдете к своим инструментам, возьмете в руки гитары. Так, секундочку, я вижу, что у нас есть звонок в прямом эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Бауржан. Бауржан. Так. Ну, насколько мне известно, этот праздник пошел еще с Англии, еще как, или как Великобритания называть. Uh-huh. И он еще идет у древних кельтов, это друиды. Ага. Вот. Понятно. Вот такой вот ваш ответ, да? Да. Ну что ж, в принципе, вы почти что угадали, но я просил бы, если можно, точнее. Точнее. Откуда именно? Откуда? Да. Ну, скажем тогда, с территории Шотландии. Нынешний. Из Шотландии? Да. Ответ неверный, извините, пожалуйста. Мы с вами прощаемся. Ну что ж, вот тут ко мне уже очень много поступает сообщений относительно Англии. Кто-то называет Америку, кто-то называет Данию. Но все это неправильно. Родился в США. Очищенные, обработанные маски из тыквы. Токтыбаев Аскар. Ну что ж, Великобритания — это практически где-то тепло. Я бы сказал так, Соединенное Королевство Великобритании, Шотландии и Северной Ирландии. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы посмотрим сейчас клип, а вы пойдете и будете, значит, играть. Окей? Мотор.